Добрый вечер. Меня зовут Сэм Зильберман. Я приехал из Филадельфии, Соединенные Штаты Америки. До санаториум Карпаты приехала первый раз. С Польски, с Кельц. Я приехал с Германии, со Шпайера. Я советую всем, кто ищет свой, ищет где отдохнуть, где полечиться, приезжайте сюда. Здесь очень хорошо. У меня плечо болело. А этот ресторан – это что-то замечательное. Я бы хотела уметь так готовить. Бардзо мне ще подоба. Бардзо мила обслуга. Сейчас плечо у меня отлично, хорошо. Грязи, магнитное что-то, то. Я когда увидела, как убирают в коридорах, я подумала, боже мой, я так дома не убираю. Я иногда вспоминаю каши, которые готовила мама. И какие они вкусные. И большое вам за это спасибо. Чтобы каждый день они обходились этими палками, отметали потолки и карнизы. В один из дней, я смотрю, отодвинули все диваны, и там моют. Бесподобно. Приезжайте сюда, в Карпати. Очень хорошо. Качественное питание является неотъемлемой частью эффективного лечения трусковца. В гостинично-курортном комплексе «Карпаты» мы создали по-настоящему уникальное предложение для своих гостей. Питание по типу «Шведский стол» гостиничного комплекса считается одним из лучших на курорте. Отказавшись от использования генномодифицированных продуктов и продуктов, выращенных с использованием пестицидов, мы первыми в Трусковце, а возможно и в Украине, создали собственную экоферму на 16 гектаров, где выращиваем экологически чистые продукты. Также, благодаря сотрудничеству с местными фермерами, мы обеспечиваем полный ассортимент натуральных, сертифицированных продуктов для приготовления всего многообразия блюд. Баранина, свинина, говядина, куры, гуси, утки, яйца, молоко, рыба, свежие овощи и фрукты. И это не полный перечень экопродуктов, которые мы выращиваем на своем подсобном хозяйстве. У нас есть собственные цеха по переработке мяса, рыбное хозяйство, сами заготавливаем дары карпатских лесов, грибы и ягоды. Максимальная сохранность полезных свойств, витаминов и микроэлементов обеспечивается благодаря использованию лучших мировых практик приготовления – запеканием, варкой, грилем, легкой обжаркой с доведением до готовности при помощи пароконвектомата. Только представьте, каждый день наши гости наслаждаются вкусными блюдами украинской, кавказской, европейской и восточной кухни. Во время пребывания в санатории у вас есть возможность познакомиться с невероятным ассортиментом блюд. От классических украинских вареников до красной икры и супа-пюре из лосося. Повара-бригадиры и их команды готовят по старинным рецептам в интересной современной подаче. Мы верим, что эстетика кулинарии не менее важна, чем качество и вкус приготовленных блюд. Так 3 раза в день, 7 дней в неделю наши кулинары создают креативные шедевры сервировки и оформления блюд. Максимальная свежесть кондитерских изделий, пирожных, безе, булочек, круассанов, бисквитов мы обеспечиваем благодаря 100% собственному приготовлению непосредственно перед подачей на шведский стол. В качестве подсластителя мы предлагаем вам натуральный мед и домашнее варенье. Питание в Карпатах – это вкусные блюда не только украинской кухни, но и кухонь народов мира. Замечательный интерьер ресторана «Плай», приветливый персонал, а также дегустации украинских вин и сыров в атмосфере украинского гостеприимства в сопровождении легкой живой музыки пианиста и украинских народных ансамблей подарит вам незабываемые впечатления от отдыха в гостинично-курортном комплексе «Карпаты». Щедрый украинский стол и вкусные домашние блюда, приготовленные с любовью для дорогих гостей, ждут вас.